Проект программ по поддержке инвалидов на 2014-2020 годы сегодня обсуждали в администрации Ноябрьска. В режиме видеоконференции представители муниципалитетов Ямала и общественных организаций, представляющих интересы инвалидов, под руководством заместителя губернатора региона Татьяны Бучковой подвели итоги года равных возможностей, который позволил выделить основные проблемные моменты, решение которых необходимо для обеспечения инвалидам комфортных условий для проживания. Речь идет об адаптации социально значимых объектов, жилья и обеспечении необходимыми лекарствами.